профессий на земле не счесть. Есть повар, врач, художник есть. Бегут по рельсам поезда, растут большие города. Но нет профессии важней, чем воспитание детей. Каким быть должен педагог, чтобы приносить он пользу? Мне кажется, всего важней, чтобы педагог любил детей, чтоб уважал, понимал, проблемы детские вникал. Здесь без любви никак нельзя, уж вы поверьте мне, друзья. Вошли вы в группу, здесь на вас глядят открыто столько глаз. Родными сразу станут дети, когда в глаза посмотришь эти. Они поделятся секретом, о чем-то спросят. Чтоб при этом вы не смогли впросак попасть, вам нужно очень много знать. Кто сидит внутри торнадо? Ириска слаще шоколада? А почему стекло так бьется? Вода откуда в кране льется? Что такое интернет? А дуву в парке сколько лет? Вопросов много и смущи. У нас на все ответ есть. Из книг мы многое черпаем, ведь мы немало их читаем. Мы Каменка, Выгодский, Ушинский, Пестолотца. Вы очень много нам даете, без вас никак нельзя в работе. Мы только с вами, не иначе, решаем важные задачи. Задачу наших педагогов, скажу вам честно, очень много. Права ребенка защищать, учить детей читать, считать. Конечно, научить дружить, чтоб легче было дальше жить. Морально развивать, физически, из них, чтоб вырастали личности. Включать в работу, если к месту, всегда технические средства. И чтоб все шло по расписанию, прогулка, сон, игра, задания. И взрослых надо приучать, режим и дома соблюдать. Когда с семьей контакт найдете, то будет легче вам в работе. Дарите детям нежность, ласку, читайте рассказы, сказки Барто, Чуковский и Маршак. Без них не обойтись никак. Да, о работе педагога сказать мы можем очень много. Шагать он должен в ногу с веком, быть добрым, умным человеком. Он должен жить своей работой, детишек окружать заботой. И будет наша детвора бежать к нам с радостью с утра.